Всем привет! Всем привет! Мы тут на этом вечере животные медведю в Макдональдс. И вот там есть новые люстки с этим Бэтменом. Бэтменом? Угу. Вот они. Давай, Сима. Давай, посмотрим, какие тут игрушки есть. Это для девочек. Ага, какой ты хочешь? С Бэтменом, да? И с Суперменом. Вот так они выглядят. Какой ты хочешь? Я хочу это. Вот этот с Бэтменом? Ну, хорошо. Ну, открывай сам. Открывай. Что там у тебя? Ну, покажи, что я попала. О, часы Бэтмен. Покажи. Мама Констума. Давид, какие классные у тебя часы. Покажи. Давид, приятного аппетита. Спасибо. О, мы только думаем о часах. О наших новых часах классно. Ты кушать-то будешь? А? У Давида наггетсы, картошка фри и яблочные дольки. Алло! Пошел на горку. Ты застрял там, что ли? О-о, Давид там застрял. Нужно ботинки снимать. О-о, Давид улитка. О-о, привет. Мы снова в Макдональдсе, и нам попались такие часы классные. Покажи, какие классные. О, зеленые, да. Кто там у нас нарисован? Не Бэтмен. Не Бэтмен, какой-то другой герой. Давай посмотрим. Да, это какой-то Green Lantern. Lantern. Я такого не знаю, но классный. Давай, оденем тебя, или сейчас будешь кушать? Ну давай, доставайся. Что ты там себе заказал? Яблочные дольки, что там у тебя еще? Так, наггетсы, что еще есть у тебя? Ага, кетчуп. О, картошка у тебя там тоже есть, да? Что, она вся вывалилась, что ли? Ну все, здорово. Ой, деревенская картошка, это не яблоко. Это деревенская картошка тебе попала. Приятного аппетита. Ставь лайки, подписывайся на это видео. Пока-пока.